Инициатива Новгородской областной думы поддержана на федеральном уровне. Она касается индексации пенсий для пожилых опекунов. Просьба предусмотреть на законодательном уровне индексирование пенсии опекунам-пенсионерам прозвучала в октябре этого года на личном приеме председателя областного парламента Елены Писаревой. На сегодняшний день они получают пенсию, да? То есть они пенсионеры. И они являются работающими, то есть они ухаживают за ребенком, они воспитывают его, они оформляют договор, соответственно, и у них не происходит индексация пенсии, то есть пенсия не растет, она остается в том же объеме. После той встречи Новгородской областной думой была подготовлена инициатива о внесении изменений в статью федерального закона о страховых пенсиях. Была разработана законодательная инициатива. И сейчас по правилам мы отправляем ее в Совет законодателей, соответственно, чтобы там было рассмотрение, и потом она уже выходит в Государственную Думу. Так вот, на сегодняшний день наша инициатива Новгородской областной думы, которая вот лично разработана, она нашла одобрение в Государственной Думе, в Комитете по вопросам семьи, женщин, детей. Мы получили заключение. Кроме того, с предложением новгородских законотворцев ознакомился Владимир Путин. На встрече с президентом ее озвучил Сергей Неверов.